Так, добрый день и спасибо за то, что вы пришли. Поскольку мы немножко уже отстаем от расписания, давайте... Good afternoon and thank you very much for coming. We are a little bit behind the schedule, so let's start it right away. Кинофестиваля, поэтому сразу без задержек. Рядом со мной Джон Алперт, журналист, продюсер, режиссер и очень известный педагог. It's a great honor for me to introduce you to the jury, documentary jury at the Moscow Film Festival. So next to me is John Alpert, a journalist, director, producer, and a very well-known teacher. Владимира Эйснера, я думаю, российским журналистам представлять не надо. Это один из самых известных и уважаемых российских документалистов. Лауреат, один из очень немногих лауреатов практически всех основных мировых кинофестивалей документальных. I don't think there is any need to introduce Vladimir Eisner to Russian journalists because he's well known for being the winner of almost all important international documentary film festivals. И, наконец, Павел Павликовский, председатель жюри, человек, который заслужил очень большую серьезную репутацию и как документалист, и как автор игровых картин. And last but not least, Павел Павликовский, who earned a formidable reputation not only as a documentary filmmaker, but also as a fiction filmmaker, who made quite a few features. В конкурсе втором, поскольку мы впервые сумели вернуть конкурс в программу Московского кинофестиваля после 22-летнего перерыва год назад. В конкурсе будет 7 картин. Ну, собственно, вся информация у вас есть. Так что прошу, задавайте вопросы. After 22 years of hiatus, we managed to bring the documentary competition back into the program of the Moscow Film Festival last year. So now this is the second year of our documentary competition, and we are going to have 7 films in competition. Please, your questions. Пожалуйста. Добрый день. Гильдии киноведов, кинокритиков Татьяна Муштакова. Во-первых, мы очень признательны всем, кто вел в прошлом году программу документального кино, в том числе и давнишнему, и моему коллеге тоже, Григорию Либергалу. Огромное спасибо. Потому что мы счастливы, мы говорим это вот для вас, для вашей благородной и очень трудной работы. Мы счастливы, что, наконец, все это вернулось в наш фестиваль. И у меня... Перевод? Да-да-да. First of all, I would like to express my deepest gratitude to the organizers of documentary section of Moscow Film Festival, to all of them, including my colleague Григорий Либергал, because finally it came back. И у меня вопрос ко всем членам жюри. Каковы... будут, как вы полагаете, вот мы вернемся тоже к этой теме из предыдущей пресс-конференции, каковы ваши оценки и ваши желания? Вот так скажем. I have a question to all the members of the jury. Будут. What are your criteria and what are your expectations? Окей. Нет микрофона. Работайте вдвоем на один. Только включите микрофон. Да, включите. Паш, ага. Я. Окей. Чтобы мы хотим увидеть фильмы, которые нас как-то удивляют. Но, во-первых, надо сказать, что мы совсем другие люди, мы еще друг друга не знаем, и, наверное, у нас другие критерии, поэтому я сейчас только о себе буду говорить, что я хочу всегда увидеть фильм, который мне как-то удивит, где я услышу какой-то оригинальный голос автора,
какую-то форму, которая имеет какое-то отношение к задержанию. И это очень важно, потому что сейчас делается столько фильмов, столько людей снимает что-то, и медиа везде влезают, ничто не происходит без записа. Поэтому очень важно, что есть все-таки люди, у которых есть какая-то своя точка зрения, какой-то свой собственный взгляд на вещи, и которые находят какую-то форму в действительности, говоря о документальной картине. И это для меня самое главное, что ощущаю, что этот человек на самом деле что-то как-то по-другому видит, что он что-то хочет мне сказать на самом деле, что не повторяет того, что уже сделано сотни раз, и что в этом есть какая-то оригинальная энергия на экране. Но это моя точка зрения, и, наверное, мои коллеги что-то другое думают. I will just briefly translate it for John, because of course we are different people coming from different backgrounds and we have different criteria. But now, first of all, I would like to say, from my point of view, the most important thing is to see a movie that will surprise me. Yeah, this is what I expect. I expect to see some new kind of view of reality, new sensibilities and new energy, which is going to be unique and not imitating something that has been done before. Because there's so much stuff is being filmed all the time. Yeah, because there are so many films, so many movies, it has been filmed so many times, so we're really looking for something unique and fresh. Ну, я хочу продолжить то, что говорил Павел. Вот, ну, в данном случае скажу о себе, потому что жюри всегда, каждый раз ведь бывает разное, и каждый человек, уже сформировавшийся, имеет свою систему взглядов. И я скажу о себе, вот фильмы, которые мы будем смотреть, вот как я буду оценивать, это в первую очередь, конечно, чтобы было кинематографическое изложение, в какой-то форме, в хорошей такой. И очень немалое значение для меня будет иметь и гуманистический посыл, нравственность и, ну, в общем, оригинальность. Ну вот, пожалуй, все. Один вопрос. Is there anybody here who does not understand Russian? No. Okay. No. Okay. Я уже перевел все Джону, так что мы. Григорий stole part of my work. So it's for you. I'm going to make a number of confessions. Я сделаю несколько признаний. I do not have a lot of experience judging films. I do have a lot of experience making them. У меня не так много опыта в том, чтобы быть в жюри, чтобы судить фильмы других, зато много опыта в том, чтобы делать фильмы самому. But in the company of this distinguished panel, I sort of feel like I'm an imposter who snuck in through the back door. В компании таких выдающихся режиссеров я чувствую себя каким-то обманщиком, который через черный ход пролез и вклинился в состав этого жюри. And a further confession, Grish is my cousin. А второе признание заключается в том, что Григорий мой кузен. So I don't know if that had anything to do with the selection. Maybe this was a good opportunity for a family reunion. Уж не знаю, почему меня пригласили в это жюри. Может быть, это был отличный повод для того, чтобы устроить семейную вечеринку. But I just want to say that I'm a documentary filmmaker. Grisha is a documentary filmmaker on my father's side of the family, on my mother's side of the family. We have a Russian documentary filmmaker. So the families have been separated for 100 years, and when we get back together, guess what job we all do?
И что я хочу сказать, наши семьи были разделены, и если я правильно понял, и мать была, и с материнской стороны были режиссеры-документалисты, и с отцовской стороны были режиссеры-документалисты. Вот семья была разделена, они оказались в разных странах, прошло какое-то время, и вот наконец мы встретились, и угадайте, чем мы занимаемся, документальным кино. And so finally, I might not be able to describe to you what I'm thinking about, but I know a good documentary when I see it. И, может быть, я не смогу вам точно объяснить, но когда я вижу документальное кино, я, так сказать, уж точно пойму, хорошее или нет. Спасибо. Вопросы? We did a good job, right? Nobody has any more questions. This is great. Okay. Who's buying lunch? Кто будет платить за обед? Вопросы или в отношении документального кино все уже и так ясно. Замечательно. А что тогда мы можем считать свою функцию? Давайте, сдавайте. Ну, во-первых, я тоже очень рада, что документальное кино вернулось на кинофестиваль московский. В прошлом году ходила, много фильмов видела, очень понравилось. И публике, и мне. У меня такой вопрос, почему так мало фильмов? Всего 7. So I have a question. Last year, I also was very thankful for bringing back this documentary section because I watched lots of movies and I enjoyed many of them. And judging by the reaction of the audience, it was very, very enthusiastic. So the question is, why not so many movies, only 7 in competition? Ну, наверное, на этот вопрос я должен отвечать, как один из кураторов этой программы. Вы знаете, это в прошлом году мы хотели быть вот 100% уверены, что каждый фильм, который мы показываем в конкурсе, он будет того достоин. Ну и, как вы, наверное, знаете, в общем, по результатам прошлого фестиваля действительно получилось, что фильмы, которые у нас были в конкурсе, 3 из них попали в 5 номинантов на «Оскар», еще один взял «Бафту» и так далее. Сейчас их такое победное шествие по миру продолжается. То есть для нас вопрос стоял не в количестве, а в качестве. Сейчас можно было бы уже и увеличить программу документальную, но это связано с тем, что у фестиваля просто элементарно не хватает залов. Очень много интересных программ, помимо нашей, очень много достойных ретроспектив, а залов, сколько там, 11 штук в октябре. И до тех пор, пока не будет построен дворец кинофестиваля, да, я боюсь, что нам придется оставаться вот с весьма ограниченным количеством картин в документальном конкурсе. So I'd like to briefly translate for John, because the previous year we also had quite a compact program, but it was due to the fact that we wanted to be really responsible for our choices, and we want to present the cream of the crop. And time showed that we were right, because like among the winners, among the participants of our competition program, there were films that were awarded Oscars, BAFTAs, and one later after Moscow Film Festival, and one at other film festivals and travel around the world. But this year we were ready for enhancing the program, but we didn't do it because simply we don't have enough space, we don't have enough screening rooms in October theater, and until the new festival center would hopefully be constructed, yeah, I think we should be confined to this small amount of movies in the competition. С точки зрения жюри мы очень довольны. I'm quite glad. Очень гуманно, да, не перегружать нас фильмами. Ага. Вот, да, пожалуйста.
Виталий Типикин, журнал «Письма из России». У меня вопрос будет, наверное, ко всем участникам конференции. Скажите, пожалуйста, при подготовке документального фильма, в процессе работы, особенно в подготовительный период, насколько для вас важно привлекать специалистов, экспертов из академической среды? Павлу Павликовскому, наверное, это знакомо по работе в Оксфордском университете. Спасибо. Okay, well, the question, I'm sorry I didn't understand it, but I will translate it as it is. How important for you as filmmakers, collaborate while preparing the movie, to collaborate with consultants from academic circles? And specifically this question seems to be addressed to Pavel Pavlikovsky, because he is connected with Oxford University. Моя связь с университетом случайна. И вообще я уже 15 лет не сделал документального фильма, поэтому это, может, не для меня вопрос. Но когда я делал документальные фильмы, а сделал много, это не были фильмы о информации, это не были фильмы, где я передавал информацию, это были фильмы очень... связаны с тем, что я ощущал, знал, увидел, и более интуитивно, мой подход был более интуитивный, чем академический. Поэтому, что касается меня, это никакой связи не имеет с академическим миром. Ну, я имел связи с академическим миром только тогда, когда делал несколько фильмов о сибирской науке. А в основном тоже руководствовался своими какими-то взглядами, интуицией, мировоззрением, понимаете? Только вот в качестве консультантов. И то несколько раз всего. Unfortunately, I've had bad experience with academics. К сожалению, у меня был плохой опыт общения с академическими экспертами. And I break out in hives when I get too close to intellectuals. И у меня аллергия, когда я рядом нахожусь в одной комнате с интеллектуалами. So, unfortunately, under medical advice, I have stopped consulting with academics on my documentaries. Так что фактически это рекомендации врача, да? Врачебные рекомендации заключаются в том, что я не должен приближаться к академическим экспертам на близкое расстояние. Спасибо. Да, пожалуйста, можно вот этот вопрос, и еще один после, и все, это, увы, конец. Добрый день, Осипова ГНН. Я хотела спросить, вот такой прошел слух, что будет показан фильм Сергея Мирошниченко, который является идейным вдохновителем и организатором «Свободной мысли». Но последняя картина, которую он делал, это долгоиграющий проект с англичанами. А почему, собственно, его не включили хотя бы там вот вне конкурсную программу? Хорошо, давайте я на этот вопрос отвечу. Понятно, что в конкурс включать нельзя. Внеконкурсную программу мы включаем картины, которые уже имеют огромную репутацию. Это действительно лучшие картины в мире за минувший год. Каковой, рожденная в СССР 28 лет, пока еще не является. Если вы посмотрите на нашу программу, там все фильмы просто увешаны премиями международных кинофестивалей. Он будет показан, но не в рамках «Свободной мысли», а он будет показан просто как вот специальное событие в рамках кинофестиваля. The question was about a film by Сергей Мирошниченко, who is one of the founders of this new documentary section and a well-known filmmaker. Why his new films isn't included in the program? And the answer is obvious. It cannot be included in the competition program because he is one of the organizers, the leader of this movie, and he cannot judge, he cannot influence like the jury in this way. And it cannot yet be included into the out-of-competition panorama
program because they it is reserved for the films that are already recognized by the world community, that are awarded with many prizes, and obviously the new film by Sergei born in the USSR 20 years after is not yet recognized or awarded because it's quite new, but so it will be presented, but as a special event, not in the framework of the Free Thought Program. Спасибо. Последний вопрос. Кто его задаст? Да. Ну все, тогда спасибо вам большое. И будем считать, что мы уложились в регламент и нагнали свое отставание. Спасибо.